Да, вот там в Быструхе сгорел магазин, нам написали подписчики, мы возле него запускали дрон. Ну, на обратном пути, наверное, будем ехать. Хотя такие вещи снимать, если честно, не очень рекомендуется. У нас вот самих два раза сгорал. И мы два раза восстановили, что удивительно еще. Сейчас, вот, слава богу, страховали, вот один нам еще не страхует. Синегорье 2200 метров. Кто бросил бутылку, конечно, тому не пожелаем ничего хорошего. Бумерангом все вернется. Волшебная дорога, желательно, конечно, после снегопада бы или в снегопад вообще. Но даже вот и без снегопада. И все равно, смотрите, какая она волшебная. Вот это солнце, которое пробивается сквозь сосны. Мы всегда и когда в ридер едем, и когда с ридера. Двигаемся от Костынка, вот паразит, блин, этот. Куда вы торопитесь, господи, надеюсь, он повернет. Я хочу обратить ваше внимание, вот смотрите, едет КЗДХ 1682, бензовоз или газовоз. И смотрите, у него на колесах бутылки, да? Бутылки специально, они в гайки их одевают, не знаю, как-то они еще крепят, может быть, скотчем как-то. Это мы от Костынка двигаемся, у нас, слава богу, по-моему, перестали дуть Костынки. Вон, видите, бутылки на колесах у него? Это вопрос был, что, где, когда. Вот тоже вопрос, можете ответить на него. Почему дальнобойщики, некоторые, кстати, но я думаю, самые осторожные. Да хорошо, так как они не отваливаются, вообще фантастика. Вот, почему дальнобойщики и на том заднем колесе, и на этом заднем колесе одевают бутылки на колеса? Пожалуйста, вопрос. Что, где, когда был такой вопрос? Мы сюда заезжаем за малиной, 3000 стоит. Дай посмотрю, покажу малину. Ну, в феврале она актуальная, вот малинка. Так открою. Да что ее открывать, так видно. Что она настоящая? Но невкусная она, если честно. Поэтому вот этот стрелочный проезд, что-то в этой зимой как-то мы опрометчиво, да, в мороз не поехали. Но вот сейчас парит наш Иртыш, парит, и, соответственно, мороз так 20 держится, да, сегодня? Сейчас уже.
февральский мороз, он такой уже, честно говоря, не мороз. Так, так себе. Утром маленько, конечно, щипает нос, а днем уже он такой уже весенний мороз. Мы уже об этом вам говорили. Да, вот с этого ракурса как-то красивее получается. Вот действительно, вот эти съемки, оказывается. Мы хоть и курсов не проходили, но тут курсов никаких не надо. Посмотрите сами. Ехали с той стороны, вообще ничего этого не видно. Или с той стороны солнце уже растопило, это северное, наверное. Скорее всего, так. А с этой стороны, смотрите, какой иней замечательный. Нам прям самим это начинает нравиться. Ты поближе бери тогда к деревьям, тогда вот эти дома, наверное, не бери. Такая мессировка. Ну, старайся как-то. Давай. Сейчас мы только что были, где мы были с тобой? На Оптовочке? Mm-hmm. Потому что там голубика 1500 стоит, а в супермаркетах голубика стоит 2500. За вот такую маленькую упаковочку, как малина 1-1. Вот здесь нас оштрафовали, как-то мы встали нечаянно на место инвалидов. Вот гаишники сейчас тоже чик-чик-чик. Что на место инвалидов сейчас будут? 100% сейчас за инвалидов. Сейчас они позвонят вот этим парням. 0,65. Вот так же мы встали тоже. Видите, ошибки как повторяют. 1-1. Никогда не становитесь. У нас в Казахстане с этим очень строго. Но если честно, проезд... Возьми вот так панораму еще. Проезд себе так, если честно. Потому что... А не, вот тут хорошие иней. Смотри, вот тут елки-елки-елки. Вот эти, смотри, какие классные. И все это благодаря, естественно, вот этому водяному пару, который воспроизводит наша золотая речка. Замечательная река. Сейчас актуально там в Ютубе и гусарика мы не рекламируем, но девчонки молодцы. Две девчонки, что-то обе не замужем, одна ребенок, одна без ребенка. Они переехали в Ялуторовск, я даже выучил теперь этот город. Да, его сейчас половина... Из Рудного. Из Рудного, да, его сейчас половина любителей Ютуба выучила. Но мы бы в жизни не переехали в город, в котором нету реки. Я серьезно говорю. Если в городе или в поселке нету реки, ребята, все. Мне там жить нереально. Проезды по мостам. По Иртышским. Слушайте, какой розовый цвет вообще. И что, газовая атака опять у нас, да? Или это все-таки... А смотрите, какой у нас сиреневый цвет. Вот то, что, конечно, спасибо дизайнерам, кто придумал, молодцы. За то, что за мост, который сбоку смотрится вообще конфетка. Он же меняет цвет и синим, и сиреневым. За это вообще респект. Magic. Могут, когда захотят. Вот не передает маленько краску он, а вот так передает. 26 февраля. О, там даже отель, что ли. Ну, мост красивейший. Так вот война идет. На Украине.